Добрый день, друзья! Меня зовут Ахмадян Халилов, я генеральный директор компании BIAS. Мы находимся на выставке строительной, но сегодня, сейчас у меня есть другая причина сделать это включение на видео. Два года назад офис, где я нахожусь, где сидят все мои люди, 400 квадратов, у нас всегда были проблемы, холодно было. Потому что печка, которую котельную топили, там надо было постоянно, нужно было топить. И мой рабочий, он должен был каждые 5 часов, 6 часов приходить и топить, не всегда это удалось сделать, нам было холодно. Но два года назад мы решили изменить эту ситуацию. Мы пошли на Табылгу, посмотрели, сделали обзор всех котельных или котлов, да, всех котлов, которые там были, и выбрали котел компании Bitherm. Чем она нам понравилась? Во-первых, нам понравилось то, что система, она, по-моему, с польскими какими-то корнями, да, поставка какого-то комплектующего. Но суть вопроса была такая, что котел на 400 квадратов прогревал раз, там установлена такая система, как улитка, и мы поставили инвертор, с ними тоже договорились, и мы устанавливаем, сколько там градусов надо, и по мере того, как падает температура, он сам, улитка вот эта, постоянно разогревает этот уголь. То есть мы уголь один раз засыпали, и за целый день было тепло. Мы уже второй год выживаем в эти холода благодаря котлу компании Bitherm. Еще одна вещь, которая нам очень понравилась, наверное, тоже человек, который, фактор, который сработал на эту компанию, хозяйка, женщина. Я забыл, она взрослая, славянка женщина была. Она, знаете, там нам всем рассказала, показала, сравнила, позвала кого-то, сказала, как должно быть. Мы объяснили нашу проблему. Вот благодаря ей, этой женщине, мы и купили этот котел. И очень довольны. Поэтому, друзья, я считаю, что хорошо, что в Кыргызстане есть такие производители, которые сами производят, сами обучают. То есть нам привезли, установили. Поэтому Bitherm классная компания. Рекомендую. Кому холодно зимой, чтобы не было, покупайте котлы компании Bitherm. А мы центр сэндвич-панели. Если нужны сэндвич-панели, приходите к нам. Спасибо. Спасибо вам за отзыв.